Хотел бы поздравить наших сегодняшних соперников с ничьей, да. Молодцы. Бились, старались, да, не давали нам играть. Могли и выиграть, да. Но, наверное, нам чем тяжелее, тем команда начинает бежать, да. При первом тайме владеем мячом, но мало создаем опасных моментов у ворот соперника, хотя выход один на один. Для первого, наверное, нужно такие мячи забивать. Ну, а во втором, при счете 0-2, наверное, не каждая команда еще сможет отыграться с этого счета. Я просто сейчас тоже ребят поблагодарил. Все равно характер проявили, и при определенном там течении обстоятельств, там при везении, наверное, могли дожать соперника и победить. Вот. А так, с ничей, очко, оно тоже очко. В результате вы больше удовлетворены тем, что сравняли, или недовольны тем, что... Ну, недовольны, что не победили. Все-таки в конце были такие моменты, что сложнее, наверное, было не забить. Вот. И я считаю, что по концовке, да, мы, наверное, упустили 3 очка.